С 25 по 27 марта в Анапе пройдет 18-й Всекубанский Благовещенский православный педагогический форум, посвященный году семьи. В форуме примут участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност, духовенство Кубанской митрополии, представители Министерства образования Краснодарского края, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, священник Федор Лукьянов, председатель комиссии по защите детей от деструктивного и опасного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Андрей Борисович Цыганов, первый проректор Кубанского государственного университета профессор Тимур Айтеевич Хагуров, более 200 педагогов в Кубани. Запланирована прямая трансляция пленарного заседания форума, которое состоится 26 марта. Начало в 11:00.